Всем привет! Сегодня мы находимся возле жилого комплекса «Достижения», о котором я хотел бы сегодня поговорить. Вот, а жилой комплекс «Достижения», он находится в районе Мархина, это северо-восточный административный округ. Рядышком находится ВДНХ, расположен ЖК на улице Академика Королёва. И фактически прямо в непосредственной близости от этого жилого комплекса располагается телецентр. Вот он, видите, телецентр легендарный. И здесь же находится Останкинская башня. Вот. И сегодня, соответственно, хотел бы поговорить о этом ЖК. Какие у него плюсы, какие минусы. Вот. Сам жилой комплекс построен застройщиком Сминекс. Вот. Сминекс — это застройщик, который специализируется чаще всего на элитной недвижимости, это бизнес-класс. Вот, и известен рядом проектов, в частности, строит жилые комплексы, расположенные с видом на Кремль. Также принимали участие в разработке некоторых небоскребов Москва-Сити, Башни Федерации, например. Ну и сейчас вот строит жилой комплекс «Достижения». Вот смотрите, какой здесь сразу бросает в глаза офис продаж, да, он просто роскошный. Вот сейчас я пройду дальше, посмотрю, в каком этапе строительства. То есть сам жилой комплекс, он сделан в виде вот арт-декор. Это довольно такой архитектурно шикарный стиль. Выглядит все довольно элитно. Похоже на такую сталинскую архитектуру, да, но он здесь выполнен, в общем-то, в виде сталинской архитектуры. То есть вот офис продаж, наверное, самый роскошный офис продаж, который я видел из всех ЖК, в том числе и бизнес и премиум-класса. А еще рядом находится здание Мосфильма. Это, как я понимаю, новое здание Мосфильма. Ой, Союз мультфильм, да. Союз мультфильма. Вот. Можно подумать, что это, кстати говоря, относится даже вот к этому же ЖК, да. И вот даже офис продаж, он сделан в стиле вот Советского Мультфильма, да, так что непонятно. Может быть, новое здание тоже Сминекс принимал участие к разработке этого же нового здания Советского Мультфильма. Может, поэтому выделили здесь место, да? Вот. Что касается локации, я уже сказал, северо-восточный административный округ, Мархина. Рядышком находится метро Бутырская, вот там, вот 10 минут ходьбы отсюда, сейчас мы до туда дойдем. Кроме того, здесь рядышком расположен бульвар. Вот. И сам ЖК находится рядышком прямо с бульваром. Также там же находится метро Останкино. Не метро, в смысле, станция Останкино. Вот тоже примерно 10-15 минут ходьбы отсюда. Вот. И вот если по Академика Королёва, через улицу Академика Королёва можно выскочить на Проспект Мира, то есть там буквально там Проспект Мира находится, это буквально в 20 минутах, вот через 20 минут вы уже будете в центре Москвы, если нет пробок. Поэтому для автомобилей, в принципе, все довольно удобно. Вот. А что касается метро, то далековато, да, то есть нужно идти, до метро придется идти. Вот. Не так далеко, но тем не менее. Вот. Ну, локация, в общем-то, очень хорошая. Здесь довольно развитая устоявшаяся инфраструктура. Это довольно старый район. Здесь нету особых промзон. Вот. Район довольно старый, довольно легендарный. Есть две школы. 12-34-94. Пара детских садов. Частный детский сад, медицинский центр. Вот. Поэтому инфраструктура тут развита. Но сам ЖК, он довольно большой. Видите, его уже строят активно. И нет в документации, презентации где-либо, чтобы было написано, что будут свои какие-то образовательные центры, поэтому что там будет с детским садом, непонятно. Ну, с местами в детских садах непонятно, это минус, да, то есть вот
если делать такой большой ЖК, наверное, нужно все-таки как-то позиционировать себя и с точки зрения разработки своего образовательного центра. Тем не менее, что есть, то есть, и это минус, да? А еще из минусов это то, что рядом находится вот монорельс, да? То есть, в общем, очень сильно это, конечно, портит картину. Вот он, видите, это монорельс. Как бы... Не знаю, говорят, его уберут, вот. Может быть, и уберут. Тем не менее, пока он есть. И это, конечно, бизнес-классу, а позиционировать этот ЖК как бизнес, это, конечно, вредит. Еще из минусов тут есть Останкинское кладбище. Тоже не совсем камильфо для бизнес-класса. Вот. А в целом район очень классный, очень здесь экологически чистый. Если не считать вот Останкинскую башню, да, но мнения разнятся. Да, кто-то говорит, что излучение от Останкинской башни это хорошо, а кто-то говорит, что излучение Останкинской башни это плохо. Поэтому не берусь об этом судить. Вот. Как вы считаете, так и к какому мнению вы относитесь? Вот. Я имею в виду тех людей, которые оспаривают, хорошо или плохо, то это ваше как бы право, да? Я не знаю, хорошо это влияет на экологию Останкинской башни или плохо. Вот, то есть, а так вот об экологии, да, вот там есть Останкинский парк вот за телецентром, вот бульварчик такой, ВДНХ рядышком, да, рядышком находится ВДНХ. Вот, то есть люди здесь фотографируются активно, и это, конечно же, плюсы, да? Давайте перейдем к самому жилому комплексу, сейчас подойду поближе, посмотрю, что там по строительству. Роскошный офис продаж, я хочу вам сказать, роскошный, просто роскошь. Вот это стеклотигр-бетон или что ли это, вот, ну, выполнено реально очень хорошо. Вот входные группы здесь очень шикарные будут. Вот сам он строится. А сейчас расскажу немножко о самом жилом комплексе. То есть он вот в принципе соответствует бизнес-классу на 100%. То есть очень, на первых, ну, сами корпуса, начну с того, что имеют высотность 21-28 этажей. Вот. Это, конечно, высоковато для бизнеса, но это все-таки не элит, да? Поэтому, мне кажется, это нельзя особо запихивать в минус. Сами вот входные группы будут безбарьерные, просторные будут лобби, для посетителей будут туалеты, те, кто вот заходит в сами ЖК, да, не жильцы. То есть, ну, все очень здорово. Сами мопы будут оснащены всевозможными примочками, такими как велосипедные, колясочные. Очень все организовано по комфорту, то есть централизованная система климат-контроля. Жильцам нужно будет только... Вот как строится, видите? Жильцам нужно будет только вот прийти домой и все, и управлять своим микроклиматом. Собственная центральная система очистки воды, то есть фактически с крана у вас будет литься чистая вода, как бутылированная. Вот. Бесконтактный проход, проезд, парковку, подземную парковку, здесь 885 мест, рассчитан на 885 мест. Внутренние дворы очень обустроены будут, то есть закрыты от внешнего мира. Будут свой пруд, даже амфитеатр свой здесь планируется делать. Также не прошло мимо создания коворкингов, различных рабочих, то есть вот зон. Лифты очень элитные здесь, соответствующие бизнес-классу. Коны, это скоростные лифты. Вот, то есть, ну вот то, что вот касается, вы можете подробнее почитать все это обо всем этом на сайте застройщика. И в принципе, вот
то, что касается бизнес-класса, здесь вот все на 100%, мне кажется, отработано. Вот. Система вот связи с управляющими компаниями в одно окно. Причем связываться можно через приложение. У них есть собственное приложение, которое связывается с УК. Что касается квартир. Вот, что касается квартир. Квартиры здесь начинаются от 20 метров, это студии. Студии, блин, КамАЗ не дает мне снимать. Студии 20-метровые, соответственно, 23 метра, по-моему, минимально. Стоят они здесь в районе 12 миллионов рублей. Так, надо отойти, а то мне этот КамАЗ, наверное, не даст. Видите, строители активно работают, активно идет работа. Студии от 23 метров, стоимость 12 миллионов, и заканчивая там 40-30 миллионами, это до 100 метров, да. Варианты квартир вообще разноплановые здесь, то есть есть как студии вот эти 23-метровые, так и, значит, вот есть еще и, как бы, надо отойти, а то у меня свет что-то вылез. 20-метровые студии, и есть даже вот двухэтажные здания, есть ну, вот с двумя террасами, ну, не с двумя террасами, а двухэтажные здания, есть квартиры, да, то есть есть квартиры с каминами, вот, есть квартиры с эркерами, то есть вот планировки вообще всевозможные, вот на любой, как говорится, вкус и цвет. То есть хотите такое, хотите такие. Все зависит от вашего бюджета. И что самое интересное, квартиры здесь, вот даже в студии 23 метра, они вот идут с высоты потолков под 3,15 метров. Это тоже очень прикольно. Так, ладно, надо отойти, снимать дальше, а то у меня здесь сейчас рабочие просто уже смотрят. Вот, видите, вот здесь телецентр вот как бы находится рядом, прям чуть по улице Дубовой рощи. Тем колючей проволокой вот занесен весь. Так, что можно сказать? Ну вот единственное, да, вот студии, то, что они вот такие маленькие, там вот всего лишь 23 метра, это, конечно, хуже хрущевок, да, но вот тем не менее вот за то, что здесь имеются вот такие вот все примочки, да, бизнес-класса, это, наверное, много компенсирует. Смотрите, это первые этажи, да, здесь планируются такие большие, очень просторные, наверное, как офис продаж можно говорить, то действительно ощущается какая-то сталинская архитектура. Ну, еще здесь есть даже вот бесплатный фитнес, да, это вообще тоже очень здорово, то есть бесплатный фитнес. Это очень круто. Но для жителей, да, только для жителей. Что касается срока сдачи, да, то сдача здесь планируется 4-й квартал 23-го года. Вот, поэтому все вот эти квартиры, которые назвал, там 12 миллионов за студию, это все будет, значит, у нас в 23-м году. Вот. Поэтому так вот, подводя итог, резюмируя вот обзор вот этого ЖК достижения, можно сказать, что плюс это то, что он действительно вот на 100% отыгрывает свое вот звание вот, бизнес-класс, да, вот сравнивая даже вот с другими подобными жилыми комплексами бизнес-класса, он, наверное, самый лучший, ну, по крайней мере, по моему мнению. Вот, сравнивая с тем же самым каким-нибудь ЖК Ред, да, на Садовом кольце, где там и цены запредельные, и убого выглядит, да, здесь все-таки и локация как-то получше. Несмотря на то, что там, ну, здесь, конечно, немного промзон, да, но в целом район легендарный. Вот, экология здесь, конечно, не как на Садовом, получше. Вот, поэтому строительство ведет активно, поэтому, я думаю, задержек особо не будет. Видите, сколько басных кранов здесь поставили. А что касается минусов, это, конечно, то, что квартиры маленькие, да, вот 23 метра для бизнеса, это не очень хорошо. Меньше хрущевок.
минусы то, что далековато от метро, но хотя это, наверное, здесь не так актуально, потому что здесь все-таки будут жить люди, которые чаще передвигаются на авто, а здесь далеко вот проспекты Мира. Также монорельс рядом, Останкинское кладбище здесь находится недалеко. Вот это минусы, да? Ну вот самое главное, это то, что вот что мне больше всего понравилось, это вот архитектура, да, то, что она вот такая вот сталинская, арт-декор, это реально очень здорово. И, ну, в принципе, 12 миллионов, я бы, знаете, взял бы, вот 12 миллионов, даже пускай это студия, да, но вот в такой красивый ЖК, в такой легендарной локации на улице Академика Королева, мне кажется, это здорово. Вот, даже если у вас там маленькая площадь, потому что ходить в свой фитнес-центр, да, там, пользоваться всеми преимуществами благоустройства внутреннего двора, таких как пруд, воркинг, центральная система кондиционирования, центральная очистка воды. Это, конечно же, здорово. Вот, поэтому вот такой вот мой обзор. Что вы думаете об этом ЖК, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если вас не затруднит. Вот, за это я буду очень сильно благодарен. Всем удачи, всем пока.